Как бы она, конечно, не сравнится с Вовом, очевидно, не сравнится, но поиграть можно. Меня просто интересуют две вещи. Это лейт-гейм и грин. Все. На лор, там, остальную часть игры мне вообще поебать. Поиграй с Хардом, он вроде как играл, нормально шарит. Ну вот, блядь, там 5 числа уже закрывается ЗБТ. Я сейчас не планировал играть, мне просто интересно, что она из себя представляет. Чтобы когда... Если она выйдет, поиграть.